макаронная запеканка с овощами и с сыром. Очень вкусный завтрак, обед или ужин. Готовить ее совсем не сложно, а любят такую запеканку и взрослые, и дети. Всех приветствую на моем канале и погнали скорее готовить. Отварить макароны в подсоленной воде, я думаю, сможет каждый. Главное не переварить. Для этого блюда необходимо их отварить до состояния альденте. В произвольном порядке рубим чеснок и лук. В сковороду наливаем пару ложек оливкового масла и отправляем туда нарезанный лук-чеснок. Цукини режем средним кубиком и перекладываем в сковороду. Немного подсаливаем. Отправляем все на плиту и обжариваем до прозрачности лука. Отставляем в сторону. Для соуса нам необходима сметана. Приправляем ее солью, перцем, мускатным орехом и базиликом. Туда же добавляем 2 яйца и хорошенечко все перемешиваем. Все, заливка готова. Макароны объединяем с овощами. Подходящую форму смазываем оливковым маслом. Перекладываем в нее подготовленную смесь. Распределяем поверх помидорки черри. Посыпаем натертым сыром. Это также может быть сыр пармезан. Кому какой нравится. Заливаем всю нашу красоту соусом и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов в духовку запекаться на 25-30 минут. Все готово. Посыпаем по желанию свежей зеленью и подаем к столу. Приятного всем аппетита! Запеканка из макарон с овощами – это простой и сытный вариант, который разнообразит ваше меню. В составе рецепта простые и легко доступные продукты, а с приготовлением справится даже новичок. Она точно придется по вкусу вашей семье, да и гости по достоинству оценят ваш кулинарный талант. Традиционно желаю всем удачи в приготовлении и прощаюсь до новых рецептов. Пока-пока!